Ребята, всем привет! Вы на канале Рисунки по клеточкам или Пиксель Видео. Сегодня мы нарисуем папайрус диджея. Вот отсюда 5 клеточек в бок. 1, 2, 3, 4, 5. 3 клеточки в бок. 3 клеточки вниз. Еще 3 клеточки вниз. А тут рисуем 4. 4 клеточки. С этой стороны также. 3. 3 клеточки вниз. Еще 3 клеточки вниз. И 4. Рядом 4 клеточки. Выше 2. 1 в бок. 7 клеточек в бок. 3, 4, 5, 6, 7. 2 и 1. И 4 клеточки вниз. Тут 2 клеточки. Тут 2 клеточки. В бок 2 клеточки. Вниз 2 клеточки. По диагонали 1. Одну пропускаем, одна клеточка, две вниз, тут две вниз, и тут две вниз. Вот тут рисуем три клеточки в бок и три клеточки вниз. Вот тут две клеточки, одна, две вниз, и шесть клеточек по диагонали, два, три, четыре, пять, шесть. Две клеточки наверх, это отсюда шесть клеточек по диагонали наверх, три. 4, 5, 6. 2 клеточки наверх, 1 по диагонали, 2 в бок. Тут рисуем 3 клеточки. 3 клеточки вниз. 2 клеточки. Еще 2 клеточки вниз. С этой стороны также 2. И еще 2 клеточки вниз. И вот тут соединяем. 5 клеточек. Вот тут тоже 5 клеточек. 3, 4, 5, тут 3, и тут по 2 клеточки, тут 2, и тут 2 клеточки. 1, 2, 3, на 4 клеточке по диагонали, вот тут рисуем 3 клеточки, 1, 2, 3, 1 вниз, 2 по диагонали, 2 вниз, 2 наверх, 1, и 2 в бок. Тут 1 по диагонали клеточка, 2 в бок. 3 по диагонали и 1. И тут 1 клеточка. С этой стороны также 3 клеточки, 2 выше, 1 и 2 вниз. Тут тоже 2 вниз, тут 2 по диагонали, тут 1 по диагонали, 2 в бок, 3 клеточки по диагонали. Тут 2 клеточки по диагонали. И тут 1. Теперь разукрашиваем. Берем красный фломастер и закрашиваем, как на видео. Тут красным цветом. И желтым цветом закрашиваем. Тут 2 клеточки, тут 2 и 1. С этой стороны также. Тут 2 клеточки. Тут 2 клеточки и 1. А крестики закрашиваем черным цветом. Вот такой папайрус у нас получился. Ребята, если вам понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайки, делимся видео с друзьями. Все, пока. Пока-пока. А также нажимаем на видео, которое у вас на экране. Это 1, 2, 3 и 4. И смотрим их. Все, пока. Пока.